Уважаемые жители города Буя, сегодняшнее мое обращение к вам связано с продолжающимися случаями мошенничества на территории как города Буя, так и Буйского муниципального района. В структуре преступлений, совершенных на территории города Буя, в 2019 году, за истекший период 2020 года, преобладают кражи и мошенничество. Наиболее часто используемыми приемами обмана граждан является блокировка банковских карт, а также покупка-продажа товаров через интернет. Жертвами мошенничества становятся наши граждане города Буя. Как правило, раньше мы обращали внимание на пожилых, престарелых, одиноко проживающих граждан. Однако, как показывает практика, жертвы мошенничества молодеют. Ими становятся молодые люди, которые имеют доступ в сети интернет и которые являются активными участниками различных сайтов. Все думают, что это может произойти с кем угодно, но только не со мной. Поэтому очень спокойно и халатно относятся к тем смс-сообщениям, к тем звонкам, которые поступают им на их сотовые телефоны. В последующем передают смс-сообщения, коды передают и становятся жертвами мошенников. Прощаются с денежными средствами довольно-таки больших сумм. Схем мошенничеств сейчас очень много. Мошенники идут в ногу со временем. Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенника, запомните, пожалуйста, если у вас поступают какие-то сообщения сомнительного характера, если вам звонят из банка о том, что говорят, что в настоящее время к вашей карте имеют доступ другие граждане, или пытаются взломать ваш банковский счет, вашу банковскую карту, ваша задача не передавать никаких персональных данных. Ваша задача позвонить 02 или 428 70. Данные телефоны работают у нас круглосуточно. Передать данную информацию в дежурную часть МО МВД России Буйский, а дальше сотрудники полиции проверят данную информацию и примут все необходимые меры по данной ситуации.